Этим выпуском мы открываем серию роликов о Формуле 3. Мы расскажем о закулисье этого вида гонок, обо всех тонкостях подготовки к соревнованиям, а также о множестве интересных фишек, которые обычно остаются за кадром телекамер. Погнали! Лондон. Capital of Great Britain. Столица Туманного Альбиона. Многие считают это место прибежищем тихих интеллектуалов и чопорных любителей чая. Они ошибаются. Это Сильверстоун, один из сложнейших треков в календаре Формулы 3. Чтобы подготовиться к такой трассе, нужно провести множество тестов и отточить каждый поворот. Для этого спецы с командой Campus Racing заезжают на трек за 5 дней в специальное помещение и оборудуют из него свой бокс, своего рода гараж high-end класса. Все это, включая 4 болида и оформление, возится вот в таких здоровенных траках. Помимо этого, там находится куча дисков, запасной монокок и детали, что приближает общую стоимость грузовика с содержимым к фантастическому полумиллиону долларов. Конечно, логистику подобного мероприятия невозможно организовать только одной командой. Вот, к примеру, ангар Мишлена, официального поставщика шин Формулы 3 на серии Open Euro. Каждая из этих покрышек проходит множество тестов перед тем, как попасть сюда, и стоит 900 евро за комплект. За один гоночный уикенд уходит от 3 до 6 комплектов. Что ж, на этом мы завершаем пилотный выпуск BTS F3. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и задавайте свои вопросы в комментариях. В следующих выпусках мы ответим на самые интересные из них. До скорого!